В первых числах Нового года под стражу взяли чиновника из Краснозерского района Новосибирской области, которого обвинили в превышении должностных полномочий при покупке дома для многодетной семьи. Как раз накануне праздников мы рассказывали о щедром подарке, который сделала сельская администрация. Правда, новоселье люди не отметили до сих пор. Я мама одинокая, 8 детей, которая в этом году получила вот такой подарок. Дом за 6 миллионов. В который мы до сих пор за 3 месяца не можем зайти. Топим его каждый день, чтобы еще лучше он не стал. Вот 14 градусов с утра топили. Вот из чего у нас сделана крыша. Сугробики. Когда видеообращение многодетной матери попало в СМИ, информацией заинтересовались компетентные органы. Началась проверка и выяснилось, почти 10 лет этот дом продавался на сайте бесплатных объявлений за 3 миллиона рублей. Однако прошлым летом чиновники приобрели его в 2 раза дороже, безо всяких экспертиз. Хотя здание явно нуждалось в капитальном ремонте. На тот момент обязанности главы района исполнял Сергей Блинов. Ему и предъявили обвинение. До конца февраля фигурант скандального дела пробудет в СИЗО. Пока идет следствие.